Сразу видно, Саня злой. Да я нормальный, чё он, блядь, обзывается на меня, нахуй? Я, блядь, с ним нормально, блядь, я его не оскорблял. Это Саня первым писал, я с карасем играю. Я игру карась, карась. Чё, Саня почему? Саня можно, тебе, Саня можно, тебе нельзя. Ах ты щука. Просто, блядь, стреляйте. Во врагов. Не, Сань, стрельба не для нас, понимаешь? А чё для нас? Кубики строить? Да. И Саня сидит, кубик Рубика в руках просто вертит. В ту же секунду просто. А чё делать? Чё ещё делать? Вы чё, серьёзно, блядь? Вот он. Блядь! Меня вам положили, короче. Тима, в углу сидит. Тима прям в углу сидит. Убежал. Блядь, никто не поднимет. Сука, патронов нет. Какая же хуйня. Борис вообще не подрабатывает. Охуел, да? Он все бежит. Нихуя не вижу. Меня подними, увидим. Красавчик. Чего нельзя убивать? Только вниз не ёбнитесь. А, там стенка. Как раз это паркур. Сразу вниз. Новое движение, путь самовыражения. От кого? Ну я не тебя такой слышит. Тим, поднимай. Тень до подлога. Что-то бегите. Тим, гранат. Гранат нам закидывай. Давай. В смысле? А я просто перелом костей, блядь. Меня дверью убило. Ты представляешь? Меня убило дверью, блядь. Ползи в зону. Дима красавец, блядь, просто, сука, красавчик.